Пятый канал представляет. Наш Рязанск – тихий провинциальный городок. Народ у нас простой, добрый и даже немного наивный. Воду эту пить нужно до еды или после? Лучше вместо. Я, провидица Елена, избавляю от порчи и лишних денег. Это недостатка, очень сильная, потому и дорогая. Но недавно к нам в город приехал новый следователь из Москвы. Прошу. Гражданка Воробьяшкина. Я ничего не похищал. Давайте без фокусов. И тут такое началось. Стой! Ты разбудила проклятие. Вижу смерть человека. Когда в твоем сне с дерева упадет последний лист, ты умрешь. Неужели это и правда мой дар? Часто у вас такое бывает. Тогда пора использовать его во благо. Я хотел бы, чтобы вы поработали у нас в органах. Вы, само собой, могли бы составить великолепную команду. Но убийство за меня раскрывать не надо. «Майор и магия. Народный детектив». В каждом телевизоре страны. Премьера с 30 января в 22:25 на Пятом.